Еще 3 летальных исхода в результате заболевания новым коронавирусом. Скончались 2 мужчин и женщина. 2 пациентов были из Кагула, еще один из Кишинева. Им было от 62 до 80 лет. У всех были и хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертония, а также почечная недостаточность. Общее число смертей достигло 298. Кроме того, в воскресенье зафиксировали 153 новых случая заражения.